С зажигательной музыкой, танцами и отличным настроением встречали всех желающих активно провести праздник милых женщин устроители забега для любимых. В 12 часов дня всем участникам мероприятия представилась уникальная возможность пробежать 10 километров ради любимой или вместе с ней. Впервые в городе Бресте наш легкоатлетический сезон мы решили открыть пробегом, который пройдет именно на 8 марта. Это дата, которую, в принципе, все практически всегда празднуют дома. За большим столом много всего вкусного, а мы решили найти эту альтернативу именно вот этому, вы скажете, традиционному проведению мероприятия и провести наш легкоатлетический пробег. Такая инициатива была активно подхвачена брещанами, и желающих провести праздник, занимаясь спортом, нашлось немало. Участники приходили целыми семьями, одни для участия, другие поболеть за родных и друзей. Даже погода сегодня создавала замечательный настрой у всех собравшихся, обнимая теплыми солнечными лучами каждое любящее сердце. Здоровый образ жизни, он всегда придает тонус. И перед тем, как поздравить своих дам, девушек, любимых, я считаю, что с утра необходимо взбодриться и пробежать данный кросс. Посвящаю своей жене Светлане, вот, ну и всем близким, дочке своей Ольге, теще Татьяне. Забег для любимых стал отличной возможностью проявить себя каждому. На равных состязались в этот день люди, искренне любящие спорт и активный образ жизни. Ни для кого не было исключений. Эдуард Лавренюк, будучи человеком с ограниченными возможностями, не остался в стороне, а принял активное участие в забеге, посвящая его любимой жене и сыну, показав тем самым, что мужчиной нужно быть в любой жизненной ситуации. Показать всем, что есть люди с ограниченными возможностями, что они не сидят дома, чтобы всем показать остальным пример, чтобы занимались спортом. Вот, и показать своим любимым, как мы их любим. Именно любовь к прекрасным женщинам была движущей силой для каждого из бегунов. Преодолев усталость и физическую нагрузку с именами любимых в сердцах, все участники пришли к финишу с отличными результатами.